Я свободный. Их склады теперь маковые поля. Салам, бета Аджай. Здесь были контрабандисты, но их перебили. Подготовки. Thank you.
руки. Отлично, брат. Этот стервятник поверил Пейгану и предал свой народ. Он поплатился за это. Прекрасно. Иду! За короля Мина! Взять его! А нашел. Похоже, сбежал. Подлый тер... Вижу движение! Стой! Стой же! Пейган Минпар! Нет, нет, нет! Мотор, стреляй! Салай ко мне! Ты у меня пыль будет! Подсуди! Погоди, стой! Тебе не жить! Да.
Вы слушаете радио «Свободный Герат». Чайную фабрику используют как прикрытие. Пол де Блёр проворачивает там свои опиумные делишки. Интересно, хоть кто-нибудь в органах правопорядка на это повелся? Деплёр использует те же грузовики, те же фермы и те же склады. Даже логотип остался прежним. Спасибо, Кэп. Что бы мы без тебя делали? Это уже... Но тут всем плевать. У нас же не такого агентства по борьбе с наркотиками. Ни УБН, как в Штатах, ни ГНК, как в Китае. И им плевать, знаем ли мы про опиум или нет. Ну да, убийство и пытки пережили, или наркоторговлю переживем. Ведь во дворце Мина нет советника, который сказал бы... Знаете, судя по прочим, убийство и фашизм — это окей, но вот с наркоторговлей народ Герата точно хватил пешку. Они не хотят становиться наркодилерами, потому что в таком случае не видать нам Нобелевской премии мира. Если они узнают, что за всем этим наркотрафиком стоим мы... Хотя, с другой стороны, Нобелевку получил чувак, который разбомбил половину Востока. И да, вы меня правильно поняли, я говорю про Барака Обаму. Эх, Барак, Барак, я болел за тебя, а ты просто взял и разнес половину части света. И что, ты теперь придешь за мной? Вы, парни, на это способны, у вас хватит сил. У Пейгана нет, он меня не достанет, а вот вы можете, да. Не судите по одежке. Впрочем, Пейгана можно и по одежке судить, так как и псих оденется. А теперь снова музыка. Чудо, поставь что-нибудь нетленное.
Тебе это пригодится. Понадобится что-то еще? Знаете что, я уже и не вспомню, когда слышал хоть что-то хорошее о северной части Керата. Когда я родился, этот регион уже был под контролем Мина. Говорят, там есть концлагеря, где держат нежелательных людей. А что это значит нежелательные? Какое удобное слово. Значит, что угодно. От доставшего придурка до борца за свободу Керата. Но в мире есть столько нежелательных вещей. По мне, так говно нежелательно. Честно говоря, я бы предпочел не срать. И та еда, которую приходится здесь жрать... Как дела, Джай? Ну, жених был так туп, что семье пришлось давать приданое семье невесты. Эй, Джай! Эй, умник! Это частота для срочных сообщений, а не для твоих шуточек. Кто-то вырубил пропаганду. Настоящий герой. Ты не первый, что ты говоришь. Кто-то должен защитить этот груз. Я освобожу канал, когда найдешь охрану. Рад тебя видеть. Всем, кто слышит, конвой нуждается в охране. Это Аджай. Что там с конвоем? Аджай, не могу сказать, что за груз. Это открытая частота. Важно, чтобы товарищи получили его в целости. Звучит странно. Ну ладно, я готов. Не могу сказать больше. Высылаю координаты водителя. Вы слушаете радио «Свободный Керат». Чайную фабрику используют как прикрытие. Пол де Плёр проворачивает танц. Отлично! Ты здесь, мы можем отправляться. Наверху безопасно. Ну, может, армия короля безумия. Мои соседи разрушают те храмы, в которых раньше молились. Впереди горящая машина! Берегись! Там снайпер и пулемет!
монахи отдали нам часть статуи сплавить из страны. Где угодно лучше, чем здесь. Торговец предложил нам взять под залог статуи без поручителей и лишних вопросов. Вижу, там патроны лежат. Если надо, меди за ними. У нас тут намечается проблема. Давай, но побыстрее. Слышал, ты тут с охотниками встретился. Мой друг все видел своими глазами. Говорит, стрелы сыпались с неба, словно дождь. Намасте. А звери, говорит, были повсюду. Поверить трудно, но его глаза не лгали. И глядя на тебя, я понимаю, это правда. Рада тебя видеть. Ты правда сбил кого-то из армии короля? Надеюсь, ты убедился, что они точно мертвы. Люди часто ошибаются, думая, что они убили кого-то. Никто никогда не проверяет. Вдруг те солдаты всего лишь ранены? Я бы на твоем месте еще пару раз по ним проехалась, чтоб уж в кровавое месиво.
Привет, Аджай! Здравствуй, Аджай. Кто-нибудь, помогите! Я не знаю, что делать. Помогите, жизнь кто-нибудь! Жизнь кончена. Я умру без моей любимой Майны. Все. Аджай, намасте! Заходи, осматривайся. Надумаешь, чего купить? Обращайся. Привет! Аджай, рад, что ты вернулся. Пол вас подстерегал? Он, похоже, хотел тебя убить. Он очень коварный и опасный враг. Так эти воины не сказка? Они стреляют из луков и прячутся в тенях. Они скрытны и терпеливы. Золотой путь рассчитывает победить, но не может толком спрятать свой лагерь. Пол нашел его без труда. Прошу, помогите! Намасте! Кто-нибудь, помогите! Жизнь кончена! Я умру без моей любимой Майны! Все отняли! И жену, и дело! Мне конец! Мне ее зубки, блестящие глаза в кошмарах снятся! Помоги! Мою жену съели бешеные медоеды! Так не пойдет! Мы не можем это... Радио «Свободный Керат». Знаете что, я уже и не вспомню, когда слышал хоть что-то хорошее о северной части Керата.
Поля в наркоплантации. И люди вынуждены охотиться. Хищники стали агрессивнее. Если хочешь изменить ситуацию, помогай людям. С вами Раби Рейрана. Ненавижу летать, но теперь это не проблема, потому что Пейган закрыл... Помогите! Я тебя знаю. Ты с Савалом. Ты поможешь. Подожди. В чем дело-то?
Армия короля схватила моих родных. Говорят, они помогают Золотому пути. Дают им припасы. А это правда? Я не против Золотого пути, но надо знать, во что я ввязываюсь. Да. Они помогают Золотому пути. Моя тетя знает все. Контакты, тайники, маршруты. Но ее дети ни при чем. Прошу, умоляю тебя. Ладно, ладно, хорошо. Я вам помогу. С вами Равира Ирана. Поговорим об Амиче. Бесстрашный борец за свободу, уважаемый лидер, а как она смотрится со стволом, никому своего мнения не навязываю, чистая имха. Но это еще не все. Я тут немного покопал и нарыл информацию, что она еще и начинающий наркодилер. Не мне судить, на игле я не сижу, конечно, но местную травку уважаю, при случае выкурю с вами трубочку мира. И все же я не торгую. Не в моих. Спасибо.
Можешь взять что-нибудь из подвала. Победили в одной гражданской, и тут же другая. Слава богам! Поверить не могу, я жив! Посмотри в подвале, наверняка найдешь что-то полезное. Теперь живой!
радио «Свободный Тиран» и Раби Рейрана. Собал говорит, не забывай свои корни, только так мы спасем Тиран. Лучше ты так. Говорят, религия – опиум для народа. Если Собал просит наркотиков, пусть найдет замену. Ну, представьте, вы пришли на вечеринку, а вам говорят, никт наркотики, никт алкоголь, никт музыка. И вы думаете, ну и нахрена сюда приперся? Религиозных фанатиков. Совершенно чокнутых, как будто они упоролись. А если религия шпирит не хуже опиума? Что если исполниться Духом Божьим, это все равно, что поставится героином. Религиозных неплохо так тащит. Я встречал парня, который отказался от мяса, музыки, медицины и денег. Хотя они и не на М, но радовался жизни. Слушайте, может мне сменить дилера? Кто-нибудь знает телефон Бога? Повстанцы построили лагерь в проклятом месте. Старейшины предупреждали, но что толку? Научись стрелять из лука. Сражайся, как настоящий охотник. Лес просто кишит волками. Жуткие, злобные, отвратительные звери. Просто нас не уничтожить. Даже если они растерзают нас всех на части, наш дух не погибнет, и мы восстанем вновь. Сказки про диких охотников придуманы для детей, чтобы они безропотно чистили хлевы. Так не пойдет. Мы не можем это есть. Мы от этого пухнем с голоду. Помоги! Прелесть какая! Вкуснотища! О, нет! Законы об охоте! Замбары! У меня лук в руках дрожит, а у Ямира жестокая лихорадка. Мы больше не можем охотиться, но это не наша вина. Позвольте вам помочь. Ты благороден и очень храбр, но ты уверен? Это может быть не так просто. Да, уверен. Замбары. Смешно звучит. Замбары? Да, замбары. Ладно, тебе нужен лук. В охотничьей хижине есть. Я отмечу место на карте. Я вернусь. И не один, а с замбарами. Положи добычу в холодильник в хижине. Там будет еще мясо. Не обращай внимания, оно не для еды.
Да. Пойдет. Мы не можем это есть. Мы от этого пухнем с голоду. Помоги. Прелесть какая. Вкуснотища. О, нет. Законы об охоте. Замбары. У меня лук в руках дрожит. А у Ямира жестокая лихорадка. Мы больше не можем охотиться. Но это не наша вина.